Молодец, Николай, давай. Сегодня, видишь, тащу, видишь, как сегодня твой день. Видишь, изгибается. Как... Да, изгибается. У тебя удилище, конечно, конкретно алюминиевое. Я не вытащу, а? Почему не вытащишь? Ты вытащишь? Потом... Давай я тебе помогу, давай. Тихо, ты, да рано вы там. О, вот это окунь. Смотри, сейчас уронишь воду-то на килограмм. Да уронишь воду-то, Николай. Ну, ты что и говорю, что сейчас уронишь? Стукни ему, когда он это. Есть куда ложить канистру-то, взяли? Сами же сказали, не брать канистру. Дима, сядь, пожалуйста. Ловить, елки-палки. Да. Что на смелую весну положил. Вот так, друзья. Сейчас чаечку. Чаечку перекусить, съездить еще там по этому берегу прокатиться. Уловистый берег. И домой пора. Домой далеко идти. Я тоже смысла не собираться, чтобы такую дорогу пройти. Но весь вообще не держите. Хотя, Коля, двойной заброс, да, получается? Вот здесь это самое. Здесь показался нахуй. Смотри, здесь здесь подманил, а там этот кинул, блядь. Обманул, короче говоря. Наебал, да? Куда плывем? Вот вдоль вот этого берега. Ну что-то раз нахуй, окунь так хорошо, блин, сразу, да? Ага. Сейчас-то куда делся он, блин? Не знаю, да, что-то окушок в этот раз не жалует. Тоскливо, нахуй, ну. Не жалует. Не, там, наверное, клюет. У тебя, наверное, здоровая щука, наверное, да? Нет? Или что там? Я не знаю, что там, блядь. Коля уже поймал там, нахуй. Сейчас рыба уйдет, нахуй. Здесь что-то тянется, нахуй. А, коряшка. Говорю, нахуй, что не похоже на рыбу, что, блядь. Уж больно это самое, как его, блядь. В сторону не ведет нихуя. А, Николай, какую тут рыбину цветом лучше? Как считаешь? Молодец, Николай, давай. Сегодня, видишь, как сегодня твой день. Видишь, изгибается. Как... Да, изгибается. У тебя удилище, конечно, конкретно алюминиевое. Я не вытащу, а? Почему не вытащишь? Ты вытащишь? Потом... Давай я тебе помогу, давай. Тихо, ты, да рано вы там. Вот это окунь. На, снимай, елки-палки. Смотри, сейчас уронишь воду-то на килограмм. Видишь? Да уронишь воду-то, Николай. Ну? Ты что и говорю, что сейчас уронишь? Стукни ему, когда он это. Есть куда ложить канистру-то, взяли? Сами же сказали, не брать канистру. Вот. Дима, сядь, пожалуйста. А? Ловить, елки-палки. Да. Что на смелую весну положил. Вот так вот. Смотри, как удилище изгибается. Это была шутка, мне кажется. Была бы она еще у меня сразу подцеплена, я бы натаскал вам тут. Кто тебе мешал-то? Мешок целый. Кто ж тебе, Николай, мешал это делать? Это Гимину подцепил там какую-то, не знаю. Ну, на самом деле, вот на один бок вот как-то так вот, блядь, стоит это, чтобы у вас ни один, не, ни на там, один там, блядь. Попадал, а
подцепил. Один он, видимо, здесь и был, блядь. Да. А, кстати, он в прошлый раз нам он очень туда, огромный. Мы его не поймали, а? Окунь очень огромный. Да? Ну. Сколько, грамм 300? Ну, не знаю, не, больше, ты что. Грамм тут, не знаю, 500-600. Таких маслов. Отпусти еще, ёлки-палки. Отпустите еще, ну. О. Хорош, хорош. Ну такой, грамм 400. Больше. Да, ну больше, да там больше. Ну что, взял в глубине, да, Коля? Да нет, с берега взял. А ты куда кидал? Ну, с самого берега. Ну да, тебя бросил. Видишь ли? Партийка в Николае. Он приехал за окунями таким, но окуни клюют нахуй. Это она от берега. Прикинь, тут на 400 грамма. Как у тебя щука 3-килограммовая, это удилище загнет нахуй. А, Николай? Мне кажется, она загнет его и сломает, не? То есть она загнется и останется так же. Да-да-да. Есть у меня один товарищ такой, с таким спиннингом. Я говорю, что спиннинг кривой? Так щука загнула, говорит, на 6 килограмм. Еще алюминиевый спиннинг такой советский, знаешь. Ну и смысл какой. Да, денек сегодня замечательный, просто божественный. Да, Николай? Говори, больше бы не скинуться. Есть, есть, есть. Есть, ребята, хорошая, крупно, килограмма два. Блядь, сядь, ёб твою мать-то, нахуй. Сядь, опять. Да, сяду, да, сяду. То... О, видел, видел свечки. Ёб твою мать, сядь, нахуй, свечка. Сейчас вон мы там... сами так же будем, как эта щука, свечки делать. Там килограмм, наверное. Ёб, щучка, ну давай по твоей системе, сейчас замучу ее. Замучу, блядь, да. Блять, нахуй, еще бы чуть-чуть, нахуй, мы бы сейчас сами, как и твоя эта щука, нахуй, прыгали бы здесь, блядь. Ой, маленькая что-то, не? Мне кажется, да. Что-то она это, слушай, маленькая. Она выплюнет ее, нахуй, блеснутую, сейчас на свечку сделали. Нет, смотри, там закусилась конкретно. Что-то как-то ее извело, слушай, ей больно, наверное, из-за этого. И слон стукнуть? Не, не надо, Николай, там блесна отпадет, как ты стукнешь. Ну давай подтаскивай тогда. Бери за щуку бери. Ну я что беру? Твою щуку. Молодец. Спасибо, Николай. Ну, воду не забывай вычерпывать, блядь, нахуй. А у меня тут воды нету. Угу. Вся вода у тебя. Да, да, да. Вода-то, посмотри, вся ты у тебя. Ты грабаешься, нахуй, так что давай ты вычерпывай. Ты в прошлый раз жаловался, что нахуй грабов очень много. Где эта бутылка-то, дай-ка мне. А то мы сейчас где-то будем как щука это. Так, давай я к Коле ближе сяду. К нам, нам перетечет. А ты брал, Юрик, свою это? Конечно. Хирургические щипцы. Если я не брал, это... Зеватор, да, это как там еще пинцет, блядь. Зевник. Зевник. Все, я. Уже надо? А, не, не надо. Я сейчас. А? Не, не надо, я достану. Я думаю, она там так сидит, как держалась, там нахуй. Ну ей ее извело, знаешь, ей больно так было. Конечно, там. Левую точку поймал, Николай. Опа, раз, все. Лучше щуки все на этом берегу, да? Да. На том берегу щуки нет. Согласен. Я не знаю, как ты так. Если он вычерпался, она сразу по лодке набралась. Коряга должен быть щуки. Кидали мы Коле коряги, нахуй. Везде кидали, нахуй. По полцентру он должен держаться. Так, выровнять тройничок. Здесь есть, говорит.
на 2 килограмма, а у него сразу, у него, блядь, ты что сразу 2 килограмма, у него меньше не бывает. Ну и что, мечтать не вредно. Оп, смотри. Смотри на спинник. Есть? Есть? Да, да, да. Есть щука? Да. Класс, молодец. Давай. Смотри, на сколько, смотри, как спинник гнется. А? Смотри, как спинник. Килограмм где-то. Небольшая, да не, небольшая. Грамм 600. Сам спинник, видишь, как гнется? Смотри, как. Параболик такой. Да нет, еще меньше у тебя. О, больше, кстати, больше, больше. Нет? Ну, ну что, веслом ей стукнуть? Чем ее стукать-то? Опс. Да, потому что аборт. Отцепился, что ли? Ну и бог да. С ней. А? Да. Да, отцепил. Ну, елки-палки. Да хрен-то с ней, пусть она плывет. Ну что, не схватишься ли за туловище? А зачем нам рыба-то нахуй? Николай. Кто ее отсюда потащит за 20 километров? Да, 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 да. Да. Я получил удовольствие, мне больше не надо, нахуй. Я ее даже мучить не стал, нахуй. Пусть она ушла и ушла, и бог с ней. Видишь, все как стандарт, нахуй, одинаковые, да, плюс-минус 50 грамм, нахуй, все. Лапа на 5 килограммовый, я бы еще, может быть, оп, окунь. Ой, отпала окунь. Крупно? Есть, крупно? Ну, это такая. Есть. Хорошая? Но, очень. Молодца. Я теперь хочу кидать снова. Слышишь? Подожди. Так, сидите, Николай. Ровно только. Сидим ровно. Ну давай, выводи. У, там, наверное, килограмма 4, наверное. Или. Такая. У, ты посмотри, Коль. Вот. Да и ладно, твой окунь-то, Николай. Ты посмотри, тут щуки по 4 килограмма. Так, держи кверху, как ты меня учил. Завела? Давай, хватай. Ты посмотри. Куда она там? Сейчас корягу заведет, мне кажется. Призажми, Юрий, к этот, как свою. Эй, рукой это уже. Фу. не то. А? Не то, она на месте, тяни, ты чё? Да ну нахуй, она килограмма 2 не больше. Ему. Килограмма 2? Ну, он Диме. Давай я тебе помогу. А, ну да, двушка. Пусть она хватает тебя. Сам хватай. Блять, чё, ушла? Ушла опять. Да нет, не ушла. Давай. Блядь, нет, да я весь сырой теперь. Из-за твоей щуки ты сырой теперь весь. Пойду домой. Хватай давай, Дима. Ну, слушай, пусть хозяин сам разбирается уже. Со своими щуками. Блядь, не хватает. Ты, главное, ломай она вон сейчас. Бери ее. О, все, взял. Давай, взял, ломай ее нахуй. Взял. На 2 килограмма щучку поймал. Давай, стукай. Ну, Коля, пока собираешься, она сейчас брякнет. Вот все. Все? Нет, а, нет, не все. Давай еще. Все мало. Подожди ты. Животное мучаем только. Палки, давай. Сейчас тебе еще. Что надо? Блять. Сломать его еще и там надо. Давай, вырезать. Стукай ты, ну. Стукай. Не мучай животное, давай. О. Теперь все. Блять. О, живучая какая. Все, нет. Вот тварь такая. Да, все тут. Все, да? Да. Живучая. Не должна. Больше не должна. Ну вот, вот хотя бы на 2 килограмма. Ну да, это уже поинтереснее. Блять, ловили, смотри, да? Сколько щук на одном месте переловили, надо потом посчитать будет. Да, ребята, у нас двойная поклевка. Стрит или как там? Сядь только, ёпка, это сейчас будет. И у Коли, ну у Коли-то ушла, у меня-то... Еще есть. Видел, пока. Какая, но у меня же она тут. Да нормально она сидит. Где она не сидит, она сейчас. Блядь. Да блять, ёпта, ты сейчас ебаешь. Да отойди, сам. Николай. Да ёпта, ты дергайся тут нахуй, ёпта, так. Дима, блядь. Подведи ты ближе к нему. Все, ушла, я же сказал. Ёпта, мать. Да потому что вы советуете под руку, блядь. Потому что ты сейчас, мы, блядь, сейчас обракинемся, да, хуй, блядь. Как ты ловишь? Че как ловишь, блядь? Она у нее за губу зацепила, так как ловишь, ну? Ладно, у меня там это вьюн дало, это... Все. Полторашечка ушла. А у меня больше все. Было. Все, лучше б я ее сам отпустил. Да она вряд ли у тебя больше была. Да больше у меня, да не больше. Еле крутил, елки-палки. Я видел, вас в обратную сторону катушки начали, крутился нахуй. Блядь. Потому что торопитесь куда-то, не знаю, куда торопитесь. Я-то не торопился, я еще не потащил, а этот, ну хватай, что
Чего тут боится? Чем хватать-то? Чего у вас привычка хватать-то, нахуй? Я не знаю, что она, да. Чем хватать, если можно просто дать ей самой подойти? Юрки, под... Да там плохо держалась она на губе. Он бы взял, еще все дела. Юрик, у тебя блесны с собой, дай мне тройничок хороший. Что дать? Тройничок. Тройничок? Да. А что? Да, этот уже все. Так у меня больше нет. Разогнулся весь. Сейчас они уже не... Пассатижи, может? Сейчас они уже не возьмут уже эти сучки. Ну, пусть живут, на следующий год поймут. Вот вам, блядь, жадные до рыбы. Ну? Николай, ты жадный до рыбы, конечно. Я не жадный до рыбы, а ну. Просто учись ловить, елки-палки. Если уж на то пошло. Вот ты как упустил свою сейчас? Вот, как скажи? Расскажи. Так она не подошла еще, а? Это, до лодки еще. Ты ж тянул, и она отпала. Не доехала, ну я тянул, значит, и еле чего? Держалась. Так у меня так же, еле держалась. А у тебя-то нифига столько времени тут таскал в лодке. Только схватить тебя, а ты... Блять, вот вы тут как спорта нахуй. Опустили как вот это, блядь. Искоря нахуй. Ну и ладно. Планеты, ну, навели, двойная поклевка. А теперь разговор будет на целый год. Ну двойная поклевка это первый раз такое, что, знаешь, оба закинули сразу, да, Коля? Да. Это, вот это интересно. Но озеро хорошее. Озеро хорошее, замечательное. Озеро хорошее. Хозяин тут замечательный, конечно. Потому что вовремя. Энергетика пришли, положительная. Вовремя. Есть еще, но сейчас поменьше воды. Что-то я даже выходить не захотел из лодки. Да, не хочешь? Хочу, да? Дальше ловить. Лови. Тебе же предлагали нахуй ловить. А ты? А то я что-то подустал. Спать, на. Спать, выспишься дома. Приедешь домой, да выспишься. Крючки маленькие, есть на это. Да, блин, чего вы все... большая, крючок. Че вы все это самое? На кого-то грешите-то нахуй. Руки у вас кривые, вот и все. Че? Шла и ушла, значит, не наша и была. Вот проблема. А как будто такие алчные такие два сидят, это самое тут. Какая-то сраненькая рыбка клюнула нахуй. Блин. Панику подняли. Зачем? О, цапанул опять окушок и все. Меня блесна за это. Ты поперек встал. Нет, ребята, фрикцион. Ребята, фрикцион. Все, затяни. Пироги. Затяни его. Пироги, ребята, пироги. Вон там, в опухах-то пироги торчат. Я не знаю, что, затянуть нет, еще? Нет, ушла. Нет, ну ушла. Ушла, да? Ушла. Ну что, ее замучать или как? Конечно, ну двушка, честные. Ну, пойми, ну 2 килограмма пирог. Два. Слушай, нет, не 2, наверное, килограмма, а тут этот, что-то эти... Вырви лопухи, а, Андрюх. Ой, этот, Юрик. Уже была такая история, помнишь у меня? Забывал. В прошлом году. О, вышла. О, забагрил. Не. Ну ты не отпусти чуть-чуть. Да, отпущу. И да сейчас. Не уйдет. Не уйдет. Это не уйдет. Киошка. Это не уйдет. Это забагренное, да, не уходит. Да, все. Все, успокойся, все. Забагренные, Коля, не уходят. Забагренных надо отпускать по-хорошему, конечно. Тинька меня тут. Конечно, спасибо водяному. Видишь, как промазал. Отцеплять даже легко. Когда не во рту-то нахуй, ну. Чушь не цеплять. Вон Николай. Ёптать. Обратно мы 3 часа пойдем пешком, я так понимаю. Нет, он бы сейчас тебе замечание сделал. Нет, замечание он сделал тебе, Николай. Да, по поводу хребта. И он был прав, я считаю. Ты так делаешь. Меня еще сосед учил, рыбак, никогда. Издевайся на живот. Ты, никогда не издевайся, не ломай хребет. Шилом надо аккуратненько, раз в мозг и все. Может быть. Вот ездили в Питере, там мужик такой, рыбачок, он шилом. У него шило специально, он раз шилом, только ткнул, все. Не надо ни бить, ничего, нахуй. Просто так-то, да, шилом правильно. Шилом и все, нахуй. Минимум страданий, можно так сказать. А ладно, там что настрадает, она глупо рыба, нахуй. Что, да, ну как глупо, у него же память есть. Да, память. Блесна выплевывает. Да. Куда память? У нее сразу двушка, заметь, Коля, нахуй, у нее меньше двушек, а сильно клюет. Только что-то он их не вытаскивает. Ну, это впечатление. Ты что, это суперспец уже. Это двушка, блядь. Вот покажи, что такое двушка-то, Димон, блядь. Объясни людям. Говори теперь, поймал на двушку. Выделываться теперь. Еще не вечер, как говорится, Спортивный вечер не закончился. О, есть? Да. Молодец. Оп, двушка? Оп, полторашка.
Ушла? Ушла. Ну, сейчас мне клюнет, смотри. Ну, так, наверное, что. Пускай я тут против, что ли. Ушла? Ушла, ну. Ушла? Ушла, ушла. Так, так, тише. Сейчас я проведу вот здесь вот между лопушками. И она такая, бабах, накололась, она. Здорово. Ну, сколько ты ее протащил? Ты бог с ним. Сюда эти. Приезда. Есть? Да ну нафиг, Юрец, ты чё? Два заброса, две щуки. Да ты офигел, что ли, блин? Одна и та же, наверное. Да, какая одна и та же? Подруга её на. Может быть, Николай. Это с чем пирог? С ягодами? Это с чем? Это с лопухами надо пирог. Пирог с лопухами? Пирог с лопухами. Подержи, пожалуйста. Угу. Это так просто. Давай. Я смотри сам. Не-не, ты бы... смотри, 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 нет, я ослабил. Мне никак не натянуть. Ушла, ушла. Давай. Блин, видишь. А ушла, она в лопухах запухлась. Ушла? Да. Надо было не давать. Она небольшая была. Надо было натянуть. Ну, да, я видел, что небольшая, да. Ну, бог с ним. Ну, блин, ребята, ну что нахуй. Вот. Самое главное, кайф, это вот поклевка. А поймали, не поймали, это уже третье. Золотые слова. Досадно, что окунь, блядь, не клюет. Видишь, лопухи все-таки это вот минус. Ну, как минус, нахуй. У рыбы тоже должен быть шанс, правильно? Конечно. У зверя. Ну, да. Еще одна. Инстинкт сохранения тоже у животных. Должно быть, конечно, у них тоже должно быть. Как, как она сопротивляется, чувствует, что ага, сейчас ты ее вытащишь. Ну, ты потом отковоротку ее, да. Не замечал, опа, что ли? Это теперь как кинуть, нахуй. Кидай. Все. Давай, кидай, я потом кину. Тут сосна. Ёлка ли в озере долго лежала, а её вот и утащила вон там, где с деревьями растет. Это и есть. Вон там сзади, которая осталась. Да, ну! Вот здесь была. Зацеп, да? Взял? Не, или коряга? Какая-то коряга, ну. В прошлый раз, на которой висела эта самая, да? Помнишь? А, ну-ну. Та же самая, да. Ну, на, ее отпилить. Сейчас, подожди. Да не торопись, Коля. Давай, несчастливо, ловите, коряга какая-то. Сейчас я потихонечку. У тебя этот безузловое, да? Тебя, а? Да? Безузловое соединение, не? Нет, да нет, вроде нет, это безузловое. Да, печет хорошо. Жарко опять стало. Сейчас. Подвытащу. Очерпывать-то думаете? Сейчас я очерпаю. Да, забыли. О безопасности судна не забывайте со, да, своими щуками. Да, да, Николай, забыли. Палки. Да, Николай, хорошо. Да? Моя задача гребти. Да. Ваша черпа. Пусть с тобой никто не спорит, Николай. Я с Димой не спорил. Дежурного матроса нету, все. Кто должен тут отчерпывать, кто должен гребти, нахуй. Хотя вот были в мой адрес, знаете, провокации, чтобы я не гребу, нахуй. А, ну да, были. А вот вода-то сама откачивалась, нахуй, когда-то, в прошлый раз, нахуй. Не забыл. Это течет больше, чем то, нахуй. На дно пойдешь, так там... Это понятно. Эти уже... Я ж ничего не говорил, как и должно быть, надо очерпывать. И снова не сказал, что не надо. Этот ургант нас выручает, пиздец. Смотри, мы втроем, нахуй. Да. Хуярим, блядь, хоть бы хуй. А этого маленького пушка кто поймал? Коля, ты что ли? Или кто маленького поймал этого пушка? Да, да, туда не кидайте пока. Она уже испугалась, ты стал. Не кидайте туда. Вот, Николай, тебе сказали туда не кидать, а ты кинул. Да ладно, сейчас тебе клюнет, а мне не клюнет, блядь. Понимаешь? В чем та, дело? Которая отпала, там она и клюнула, наверное. Накололось так. Она забывает, там 2 минуты, она все забыла. Ну, вот, я не скажу, что есть? Я не кидал. А, сюда пришла? Да, это моя щука, я же вижу по лицу, ну. Да, да, да. На, забирай ее. А? Забирай ее. Не, давай сам уж, я поснимаю. Ну, смотри, у нее рожа уже разбита, нахуй. А? Рожа разбита уже. Ну да, она и есть. Ну. Снимаешь? Да, да. Все, ушла. Все, ушла. Шла опять? Ну, блин. А. Это не моя была. Да бог с ней, ну чего вы расстраиваетесь-то, я не понимаю. Вот беда-то. Знаете, мой выстрел был. Знаешь, как приятно тащить ее, да? Мой выстрел был последним, да? Да нет, я
перезаряжал. Хуёнь такой. Ножок у него моего не вычерпнет, блядь. Так и питается. Так вот, все хочу вычерпнуть, а не получил. Я тогда щуку твою нахуй выкину за борт. Если ты моего окуня вычерпнешь, да? Эквивалентно. Уберите нахуй свою эту щуку туда. Так, мешает вычерпывать, блядь. Окуня, Коля, забирай своего в сапог себе. Пусть он там. Чтоб ты не переживал. Второго тоже. Николай, кидай вот здесь вот. Сыгранула вот в этих вот. Вот. Нет, ну поближе. Давай. Ну давайте, ребята, кому первому? Я думаю, что мне. Она уже съела, Не, она вот с вот этой сухары прыгнула сюда в озеро. То есть, соответственно, где-то здесь в радиусе там 20 метров. Николай, не греби. Давай обкидаем это место. Юрик, что у тебя тащится с лодки? Там этот, Николай. Имень? Да. Это моя сетка. Это имень. Вот это что ли? Есть, есть, да. Это и есть. Ну, я что-то на суше полтора. Какая-то мелкая. Не, я нет. Не, это нет. Нет, нет. Давай сразу в лодку. О, молодец. Берем, нет? Да, берем. Точно? Конечно, берем. Точно берем, Николай? Ну, Николай, я спрашиваю. Да, Дима возьмет. Там, я говорю, Николай, так, да? Николай возьмет, он говорит, Дима возьмет. Теща. Все, тещи нет уже. Тещи нет уже. Хотел кому отдать. Ну, тут нихуя не полторашка, Дима, выпрыгивала. Ну, слушай, показалось, как будто полторашка. Я думаю, что тут другая. Камера? Нет, подождите. Ну, солидарность же должна какая-то быть. У товарища клюнуло сразу, как стервятники, налетели на мое место. А где не говоришь, что тебе клюнуло-то? Так я как бы... Никто туда кидать не будет, Дима. Не могу же соврать, блин. О, видел? Видел? Видел. Ну, правда, маленькая. Понятно. Ну и что? Да, понятно. Сейчас поймаем, отпустим ее. Да, хорошо. Ладно, лови, Юрик. Нет, давай, что сам. Блин, ляха. Давай, не-не-не, крути, чё, крути. Что там, где? Я свою большую буду ловить, я не буду тебе маленькую ловить. Я твои полторашку уже поймал, блин. Давай, Николай. Да, полторашка была. Лови. Сейчас Николай пускай там. Николай сейчас принят. Полторашечка. Мне чужих не надо. И в свои выловить. Пока ты скачил со своей вот этот стоя, это ботался и мою напугал. Конечно. Май стояла. Снял вьюн какой был. Стояла две. А одна моя, одна Колина. Знаешь? Второй не поймали, блядь. Может, не ваша все-таки была, блядь, а? Но я-то пока видео включал, ты понимаешь? Я держал, пока ты видео включал. Ну вон. Она мне, кстати, не ушла. Я дал хода. Туда, сюда, блядь. Я и дал. Спокойненько, чтобы она... Вода. Можем щуку там. Николай, вот кто так вытаскивает щуку, а? Башкой об борт бить, а? Видел, как Коля ее нахуй? Нахуй я за спиннингом? Старайтесь ее закинуть. Да? Зачем ты ее... этот? Чтоб она... Коля, запутай сейчас. Вот это прыгало-то, да? Вот это прыгало-то, да? Поклевок сегодня миллион. Сядь. Да? Коля, сколько отпустил-то уже? 10? Много уже отпустил. Ну, в чем была причина? Я думал, что в алюминии, наверное. Я думаю, что в алюминии, наверное, причина была. Так вытаскивай, так, конечно, тут твоя. Хоть алюминий, хоть не алюминий, да? Если она не твоя, так ничего не поделаешь. Это, Коля, мне нравится. Пусть подрастет. Отпущен. Опа. Есть? Да. Есть? Это щучка? Да, да, да. Молодец. Это и есть, наверное?
уже других нету, только эти. Наверное. Полторашка? Сама к нам плывет. Да нет, поменьше, мне кажется. Стандартно надо. Берем, нет ее? Да, берем, ты хоть не отпусти. Я думал, окунь. Только я, правда, не вижу ни из-за солнца ничего. Сейчас он смотрит. Ты как-то ее переведи туда. А, вот она. Да? Давай веслом по голове. Да, давай. А? Он уже давал, блядь, веслом. Ну, давай. Ты зачем торопишься? Куда гнаться нам? Да, не, меньше. Конечно, меньше. Явно не Колина. Да, не Колина, ты что? Видно тебя, снимаешь? Да, снимаю. Видишь, она увидела тебя, что ты я... снимаешь. Она тебя сейчас попозирует немножко. Газанет туда-сюда. Что, берем или еще попозируем? Бери, бери. Не надо. Оп. Не сразу и дается еще. Ну, что, видишь, да? Вот, Николай, как надо брать-то, понимаешь? А не головой об этот, об деревяшку. Челюстью. На Ургант видят и боится нахуй. Давай. Надо не торопиться нахуй. Сейчас она сама будет, сама будет готова отдаться нахуй в руки. Она еще не готова. Сил-то сколько. Взял лишь сколько силы. Сдавайся уже. Видишь, как она не хочет на обед-то нахуй. Оп. Давай свечку только не делай. А? Ты нас обрызгаешь. Да не делай тебе веслом-то нахуй. Сейчас сама вот так... друга. Сейчас смотри, сама встанет. Вот, Николай, полторашка, честно. Ну давай, вот сейчас ее можешь веслом. Как там любишь делать. Давай, бей ее. Что-то она уже нахуй. Не туда просто. Все, туда течет? Все? Да, все. Не мучаться. Не мучайте животных. Да, никто не мучает, наоборот. Вот хребет ломать это мучает, да. Эх, да, лето. Ах, лето. Это трудно будет со мной. Попробовал на дорожку. Нет, не сказал, что сегодня немножко было. Сегодня было отлично. Да ёб твою мать ты. Что такое-то, а? Чего? Помазал. Помазал? Помазал. Акушок? Акушок, что будет? Не знаю, что будет. Обои были, вот только выплыли в воде, сразу щуку поймали. Да, да. Нет, не со мной. В прошлом году, да? Не. Мы в прошлом году были, позапрошлом, я не помню. Наверное, через южную пошли. Нет, мы были, наверное, 2 года назад, Николай, все-таки. Раз, держите, Димон. Сейчас. Выйдем. О, спасибо хозяину. Спасибо. Средство. Пойдемте, ребята, покажу наш улов. Смотрите, какой красавец. Опа, сейчас разложу. Ну что, друзья, как вам рыбалка? О! Вот, смотрите, сколько мы поймали тут. Коля считал, сказал 15 щук. И окушки. Вот моя рука. Вот это самый крупный окунь у нас. Вот самая крупная щука. И... Ну, столько же отпустили, сколько поймали, мне кажется. Ну, столько же отпустили. Столько же этих... Больше отпустили. Отпустили больше, да? Больше.
Ну тогда было 40 поклевок тогда получается. Да, рыбалка получилась классная. Шли за впечатлениями, за поклевками. Рыбу теперь я не знаю, как отсюда понесем. Идти отсюда по лесу больше 2 часов. Да, ну прикольно так прийти, покидать. Ну что, присядем на дорожку. Опа. А найти дорожку нам поможет Garmin Trex X. Trex 20X. Американцы на отсталости. Американцы нам помогут. Ну все, друзья, всем пока. Смотрите мой канал. Смотрите наши рыбалки. Ставьте лайки.